Исповедание – это выражение вслух своей неправоты в совершенных действиях и решение так впредь не поступать. В результате этого Бог дает прощение. Ну, он должен сказать, прошу прощения. Ну, конечно, мы приходим к Богу, мы говорим, мы каемся, мы просим прощения, то есть покаяние, да. А где вот в этом списке попросить прощения? Исповедание. То есть это то же самое, что попросить прощения? Да. Это часть, которую мы говорим попросить прощения. Сейчас я закончу. То есть исповедание включает в себя определенные вещи. У нас есть знание и осознание греха и отвращение к греху. Это первая часть, о которой мы говорим. Первая часть, о которой мы говорим. Я недостоин. Я недостоин. Я виновен. В чем ты виновен? Ты должен исповедать. Ты виновен в том, что ты корыстолюбив, завистлив, у тебя неправильные мотивы. Я виновен в том, что я совершил определенные действия. Если я каюсь за действия, но не каюсь за мотивы, что я буду делать дальше? Повторять это действие. Если я украл, потому что я корыстолюбив и не каюсь в корыстолюбии, но каюсь в краже, то мотив моего покаяния – избежание наказания, а не исправление. Понятно? Если я каюсь в том, что я корыстолюбив и украл, вот ну формула тогда сочетается. Я каюсь в том, что не очевидно, да, что является мотивом, что не видно. И каюсь, соответственно, в действии, которое является результатом вот этого. Но если я каюсь просто за действие, тогда есть некая проблема, потому что она не решена с Богом, потому что я согрешил в мотивации. Понятно? Бог, по большому счету, ну, может простить и это действие, но у него нет основания простить то, что привело. Похоть, зачавший, рождает грех, то есть, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, оно является, если я унизил кого-то из гордости и каюсь в унижении другого человека, но не каюсь в гордости, я совершил тшуву? Нет. Если я не сдержан, кстати, я прошу прощения, я был не сдержан по отношению к вам. Я прошу прощения. Прощаю. Спасибо. Это важный момент, потому что получить прощение от верующих достаточно тяжело бывает. Я эмоционален, не сдержан, простите меня. Некоторые смогли. Окей. Итак, это есть в моей практике, потому что я могу объяснить, почему это, как. Вам я не буду объяснять, но когда я прихожу к Богу, я должен объяснить свои мотивы. Я не всегда способен объяснить все мотивы всем людям. Почему я в таком состоянии, зачем я в таком состоянии, что у меня произошло, почему я так себя веду. Я перед человеком прошу часть простить меня за совершенные поступки. Но когда я общаюсь с Богом, мне надо смотреть на свои мотивы. Понятно, да? Итак, мое исповедание включает знание, осознание греха, и я его, что делаю? Я говорю Богу, послушай, я не прав, вот здесь, вот здесь, вот здесь, прости меня, пожалуйста. Вторая часть исповедания, у меня есть определенное решение. Какое это решение? Я должен сказать Богу о том, что я решил в результате своего покаяние. Больше так не поступать. И я должен это высвободить. Исповедание включает в себя назвать грех грехом, попросить прощения
и высвободить свое решение вслух на будущее. Это то, что мы говорим в части исповедания. Написано одним словом, но на самом деле оно включает это. Понятно, да? То есть оно, в общем-то, и включает просьбу о том, что прости меня вот за это. А у меня такой вопрос. А если я совершил проступок, ну, грех, да, это вот Синайского, ну, в частности, да, и который предусматривает жертву, угу. Я покаялся, исповедался, Бог меня простил. Но что является наказанием вот за этот грех, который предусматривает жертву? А там написано? Что жертва является наказанием. Нет, жертва не является наказанием. Послушайте, жертва служит для очищения, да. А не для наказания. Ну а что наказание? В смысле? Ну именно что самим наказанием. Ну в зависимости от того, ну извините, как вы согрешили. Алло, я еще раз повторяю, в зависимости от того, как вы согрешили. Послушайте, ну зачем? Ну, видел свиток летящий, на нем написано что? Наказание, которое, проклятие, которое приходит в дом вора и останется в нем, пока не разрушит все и не останется камня на камне. Что он видел? Наказание, которое приходит в дом вора. А какое это наказание? А как оно выражается? А что будет? Или что? Мне вообще вопрос был не такой. Еще раз. Давид согрешил с Версавией. Согрешил с Версавией? Да. С Бершевой. Да. Какое наказание было? Да. Давид убил Урию Хитиянина. Какое наказание было? Умер ребенок. Ну, его сын от Бершевы умер. Он убил Урию. У него умер ребенок. Какое наказание будет? Почему вы меня спрашиваете, какое наказание? Не грешите, никакого не будет. А при чем здесь предусматривает жертву? При чем здесь жертва? Жертва для чего служит? Для очищения. Ну и каким Богом это к тому, о чем мы говорим? Ну, я и спросил, об этом, в принципе, я и спросил. Не является... Послушайте, я рисовал вам картинку. Я уже устал. А это то, что вы сказали, что вы будете делать? Возмещать ущерб там? Есть некоторые процессы. Еще раз. Еще раз, только медленно. Я не знаю, что с вами случилось или со мной сегодня. Грех. Тут есть своя история. Здесь есть осквернение. И я говорю, ребята, это два разных сегмента, они между собой не связаны, не пересекаются. Свои последствия... Своя часть восстановления. Скажите, пожалуйста, вы сейчас про это спрашивали? Отлично. А жертва где была? Здесь? Ну, жертва здесь или здесь? А каким же образом вы спрашиваете меня, как перетащить это сюда, если я говорю, не перетаскивается. Линия, это отдельно, это отдельно. Еще раз, мы рассматриваем три различных аспекта и три различных способа восстановления в этом. Те механизмы, которые Всевышний предусмотрел для того, чтобы восстановить человека в различных областях.
Для меня странно, что люди больше всего сосредоточены на части, ребята, да это Новый Завет. Это вообще Новый Завет. Мы разбираем то, что было в том Завете, то, что касалось тех людей. Вы вообще живете во времена Нового Завета. Что же вас так парит это наказание? Я не понимаю. В чем проблема? Вы боитесь наказания? Страх Господень, он не в наказании. Правильный ответ Христос. Еще раз. Здесь все понятно? Отлично. Меня интересует модель под названием искупление. Послушайте, мы затронули то, что я хотел пройти очень быстро, и вдруг, мы час разбираемся вообще непонятно с чем. На самом деле, я же сказал простые вещи. Ребята, знали ли евреи, это то, с чего все началось, что такое? И все, и труба, полтора часа как не было. Полтора часа как не было. Знали ли евреи, что такое прощение? Знали ли евреи, что такое очищение и искупление? Спокойно ответили бы, да, я мог бы сказать, что ребята, так о чем тогда им говорят и чего они не понимают? И вернуться к первой главе Луки, к 77 стиху. Все, полтора часа не было. Зачем, я не понимаю. Меня интересует, если эти ребята знали, что такое прощение, знали в том, что такое спасение, то почему им говорят, вам нужно уразуметь спасение в прощении грехов? Я понятно говорю? Вопрос очень простой. Они знают, что такое прощение. Они знают, что такое искупление. Они знают, что такое очищение. Это понятия знакомые. Они знают все эти вещи. Иудеи, живущие во времена Синайского завета, они верят в спасение. Верят они в спасение? Каким образом они верят в спасение? Что в их представлении спасение? Не в народном смысле, а в личном смысле. У нас зачем это опять спросил? Тут труба сейчас опять начнется. Ужас в глазах. Еще раз. Спасение не в соблюдении заповедей, но они знают, что человек, не соблюдающий заповеди, не имеет части в грядущем мире. Да, окей. Они знают, что есть закон, которые они должны исполнять, важное дополнение, по вере, исполнение закона предусматривает наличие веры, потому что без веры угодить, без веры принесение жертв теряет всякий смысл.
Поэтому я не случайно написал, что, ребята, если исполнять закон и не верить, кина не будет, не о чем разговаривать, потому что исполнение закона не приводит к автоматическим действиям. Пророк Исаия, 1 глава. Зачем вы приходите и приносите жертву? Я, говорит, их не принимаю. Они приносили в том месте, в котором надо, те жертвы, которые надо. Он говорит, не-не-не, извините, не принимаю. Беззаконие и празднование, все. Кто заставляет вас топтать дворы? Нечего сюда приходить вообще. Сначала пойдите, научитесь, как правильно, а потом приходите. Понятно? Жертва не имеет магического свойства. Бог смотрит не на жертву, а на человека. Хороший телефон. Итак, понятно, почему я написал по вере? Отлично. Да никаких проблем, вы же знаете, можно. Итак, закон исполнения по вере. Это в собрании, когда собрание идет. А, как в классе можно. Все, выключили так же жестко вообще. Здесь все понятно. И тогда возникает вопрос, что он, человек, наследует. Ну, мы можем сказать, жизнь после смерти. Какое это жизнь в будущем мире? Причем, если этого не делать, сценарий будет отличный. Нам не понравится. Там все будет плохо. Там все со знаком минус. Здесь все со знаком плюс. Там все будет со знаком минус. Верят в это иудеи? Верят. Во что они еще верят? Там еще есть важная часть, в которую они верят при всем при этом. Марфа встречается. Спасибо большое. Воскресенье. Теперь, скажите мне, пожалуйста, если я запишу здесь не закон Моше, а закон любви, закон царский, закон совершенный, закон свободный, это будет отличаться от того, что вы верите вы? Согласен. В смысле? Нет, вы спрашиваете, будет отличаться во что вы верите? Скажите, пожалуйста, вы спаслись, я понимаю, по вере. В зависимости от того, ну вот, у нас есть специалист, вера бы сделала мертва, вы подойдете потом, он вам все объяснит. Если вы живете в соответствии с вашей верой, то у вас... Переходим сюда, к жизни. Если вы не, то что? Там все печально. А когда вы переходите сюда, у вас ожидает, извините меня, воскресенье? В чем отличие, простите? Все понятно? Понятно, что мы наполняем другим содержанием. Понятно, что мы говорим, что произошли некоторые изменения. Понятно, что мы говорим о жертве Иешуа, об искуплении Иешуа. И вера у нас отличается от той веры. Наполнение слова «вера» другое. Они верили не в это, то, во что верим мы. Это понятно, да? То есть наполнение слова «вера» – другое, наполнение слова «закон» – другое. Но схематично, в зависимости от того,
живете ли вы в соответствии с вашей верой, переходите ли вы на эту ступень, или если вы не живете в соответствии с вашей верой, вы переходите на эту ступень. Но перейдя на эту ступень, вас ожидает воскресение. Понятно, во что не верили? Здесь есть некоторые вопросы, которые мы задаем себе. И когда мы задаем вопросы себе и рассуждаем о понимании спасения иудея, у вас сконцентрирован взгляд на восстановление царства Израиля физического, во что верили иудеи. Понятно, о чем я говорю? Когда мы говорим о спасении, ожидаемое иудеями, это приход Мессии, восстановление царства Израиля, избавление от внешних и внутренних врагов, мир, благоденствие, процветание. Это то, что ожидают евреи? Да, и правильно. И мы об этом размышляем, мы об этом рассуждаем, мы об этом говорим. Но вот эта часть их верования, как будто бы ее не было. Понятно, о чем я сказал? Мы забываем при этом, что эти ребята верили в жизнь после смерти и воскресение мертвых. В соответствии с прожитой жизнью на этой земле, по вере, данной им от Моше. Ну, или от Авраама, Ицхака, Иакова, переданной через Моше в законе. Понятно, да? Вы эту часть просто потеряли. Ну, по ходу. Я ясно говорю сейчас? Мы потеряли, да? А? Мы потеряли. Ты когда-нибудь размышлял об этом, что иудеи верят в это? Понятно, да? То есть стандартная ситуация, когда мы размышляем о представлении иудеев о спасении, приход Машеха, восстановление царства и так далее. Но мы не думаем о жизни после смерти и воскресении. Понятно, что упущено? Понятно. В противовес этому, о чем думают христиане, когда они говорят о спасении? Не сразу обо всем этом они думают, только об этом. Классно, да, они думают об этом. Но извините, евреи при этом помнили о восстановлении царства. А христиане? Упс. Ну, извините, это там оно написано. Это пророчество. О приходе Мессии, которого мы, извините меня, ждем. И что будет происходить, когда его ноги станут на гору Елеонскую, когда он войдет через золотые ворота в Иерусалим? Что будет происходить? Царство Израиля не будет восстановлено? Они не будут освобождены от врагов? Не придет мир и процветание? А где этот кусочек, извините, в наших верованиях? Упс. Понятно, о чем я говорю? Есть две части понимания спасения. Есть две части... Что опять, не слава Богу? Есть две части понимания спасения. Личное. В личном понимании спасения существует вера плюс жизнь по вере. Как результат жизнь и как результат есть часть. И здесь у нас модель, о которой мы долго говорили. Модель, которая называется как?
праздник сейчас? Исход, ура! Исход! Ха, соответственно, свобода! Восстановление царства! Входит процветание! Здоровье входит в эту модель? Это, кстати, про листья деревьев. Где? В какой части? Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Пока давайте схематично. Свобода восстановления. И это все в привязке, извините меня. Кому? Я нигде ничего не упустил. А? Иудеи верили в это, верили? Верили. И в это верили. Когда мы говорим о иудеях, мы это не помним, а про это как? Не понимали. Далекие люди. Вот на чем были сосредоточены. А сосредоточены были неправильно. На самом деле главное же вот это. Извините, а это? Мои хорошие. Были ребята, евреи одни. Евреи. Скажу больше, апостолы. Которые жили, ходили, учились, пережили смерть Христа, видели его, извините меня, в воскресенье. Да. И он их учил после воскресенья. И когда он вот собирался уже возноситься, они говорят: слушай, нас беспокоит один вопрос. Когда, собственно говоря, начнется вот это? Ну, потому что, ну все, с этим все понятно. А вот это когда? Да, он сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые... Но это что он, значит, сказал? Не важно? Он что, значит, сказал? Не будет этого? Не сказал? Он сказал просто, ну, все произойдет в те времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Он говорит, ребята, все в свое время произойдет. Говорит, ну, нас это, извини меня, что? Интересует. Говорит, нас это очень сильно интересует. С этим все понятно. А вот это нас интересует по-прежнему. Началось христианство. С этим вроде как бы все понятно, а про это как-то забыли. Ну, я как бы... Гипотетически интерес к тысячелетнему царству не пропал. Очень даже не пропал. Приход второй раз Мессии вроде как бы тоже сам по себе интересен, по идее должны ожидать. Но с частью восстановления Израиля как-то не сложилось. Я понятно выражаюсь? Вот эта часть искупления куда-то она делась. Алло, мессианские верующие, радуйтесь. Вроде сейчас что-то начали находить, что потеряли.
Понятно, да, о чем я говорю? Это важная часть нашего верования, потому что эта часть, обещанная нам Богом, это не мы придумали. Эта часть открыта через пророков для нас, верующих Нового Завета. Это часть пророчеств, которым предстоит исполниться, мои хорошие. Сколько раз мы читали, что из-под порога храма будет течь поток, и там отмерили 1000 локтей, еще раз 1000, и вода там была по щиколотку. Читали все это? Извините, а когда это будет? Это вот когда, собственно говоря, восстановится. Это вот будет тогда, когда вот эти ребята и ожидали, они же вот это спрашивали, когда это будет, вот когда? Вот тогда это и будет. И с этим будет все, о чем они мечтали и во что они, извините меня, верили. А мы в это верим? Нас это в первую очередь не интересует. Как и их. То есть они молились, спрашивали, и вы молитесь, и спрашиваете. Ну, когда начнется восстановление царства Израиля? Когда именно уже, Господи, уже пора восстанавливать царство Израиля? Когда уже? Сильно вас это? А апостолы, как интересовал их этот вопрос? Это тот же самый вопрос. Господи, когда ты вернешься? Ну да, но только к этому да, восстановление царства. К этому, да, понимание спасения иудеев и ожидание иудеев. Вот к этому, да. Они понимали личное, и их интересовало народное. Мы поняли личное, но про народное как-то забылось. Я понятно? Итак, иудеи понимали, что такое прощение, очищение и искупление. Множество раз Бог говорит, что Он искупитель. Исайя 41 глава, 14 стих. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой святой Израилев. Исайя 43 глава, 14 стих. Исайя вообще очень много говорил. 43.14. Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святой Израилю. Ради вас я поставил Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Ради вас. Исайя 44.6. Так говорит Господь, Царь Израиля, Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, я последний, кроме меня нет Бога. Исайя 47.4, Исайя, записывайте, Исайя 47.4, Исайя 48.17, Исайя 49.7, Исайя 49.26, и притеснителей твоих накормлю собственных плоти, они будут упоены кровью своей, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлю. Исайя 45.5, Исайя 44.5, извините, 44.5 и 8, Исайя 59.20, Исайя 60.16,
Исайя 63:16. Исайя очень много говорил о Боге как о искупителе. Иеремия 50:34. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя Его. Это важная часть. И Бог говорит 60, если нужно место, 6, Иеремия 50:34. 50:34 стих у Иеремии. Да, 50:34. И Бог говорит о будущих временах в Исаии 35:9. Исаия 35:9. Льва не будет там, и хищный зверь не пройдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. То есть идет речь об искупителе и искупленных. 35:9. Идет речь об искупленных. И часто Бог говорит о части искупления в будущем и части искупления, которая произошла в прошлом. Он искупил их, когда он выводил их из Египта. И когда говорится об искуплении, то есть тот, кто искупает. Вы сами себя не можете очистить и сами себя не можете искупить. Желание искупления может быть вашим, но без его желания ничего не произойдет. Вы можете хотеть искупления, просить об искуплении, делать множество вещей, но он, только он по своей суверенной воле может вас искупить. Есть рабы на торжище. И заходит нормальный мужик. Ну, по всему, видать, нормальный. Добрый. Я хочу, купи меня! Все хотят, чтобы он их, что? Купил. И что, он купит того, кто громче всех будет кричать? Он купит того, кто самый красивый? Кто своей речью именно впечатлит? Он купит того, кого он пожелает. И здесь часть избрания его. Он избирает. И каждый из нас, он был избран. И он искупил вас, потому что он вас избрал. Это его желание, а не ваше. И здесь нужно понимать, что он искупил Израиля, потому что он так захотел. Он искупил нас, потому что он так захотел. И эта часть называется его желание. Это искупление. И Писание открывает нам искупителя в Танахе. И Писание говорит нам об искупителе в Новом Завете. Итак, Евреям 9 глава 15 стих. «Потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, признанные к вечному наследию, получили обетование». Достаточно сложная фраза. Итак, он есть ходатай Нового Завета. Дабы вследствие смерти его, бывший для искупления. Помните, мы вчера говорили о некоторых вещах. Мы говорили, что искупление может восприниматься как сделка между двумя сторонами. Но искупление может восприниматься как действие, направленное для чего-то. Или освобождение от чего-то. И здесь написано, что он умер для того, чтобы искупить.
своей смертью от преступлений. Помним, да? Что он искупает от последствия сделанных нами преступлений. И дальше написана очень интересная фраза. Сделанных в Первом Завете. Призваны к вечному наследию, получившие обетование. Достаточно непростое утверждение. Здесь говорится о том, что его смерть, она послужила и распространилась еще и на тех, кто жил в том завете. Понятно, да? И дальше эта мысль раскрывается. Почитайте вообще послание евреев в этом плане. Очень интересное послание, потому что оно связывает эти заветы, раскрывая идею, с которой мы стартовали. Да? Прощение греха. И здесь говорится о том, что он умер для того, чтобы искупить нас. Еще раз, текст, мои хорошие. От преступлений. Понятно, да? Дальше нас будет интересовать. Знает, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. 1 Петра 1:18. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Вы искуплены от чего? От суетной жизни. Понятно, что эти места показывают совсем другой концепт искупления, отличный от покупки у кого-то чего-то, где не нужен получатель, как бы вторая сторона не предусматривается, он искупает нас от чего-то и не искупает нас у кого-то. Понятно, да? Это важная часть. Та важная часть, о которой мы вчера, в общем-то, говорили. И Новый Завет невероятно много говорит об искуплении в конкретном контексте нашей личной жизни. Новый Завет очень много говорит вот об этой части. Раскрывая в полноте вот эту часть, обращаясь к личности. Новый Завет очень много говорит. Потому что Новый Завет делает нас, посмотрите, какую любовь дал нам Отец, называться и быть его детьми. Это личное обращение. Мы лично имеем возможность обращаться. Изменилась система. Богослужение, взаимоотношений, прихода к Богу. Многие вещи, они коренным образом изменились в личную сторону. Если раньше священником мог быть только мальчик, рожденный в доме Аарона, не имеющий физических недостатков, только этот ребенок мог служить лично Богу, то в Новом Завете, вне зависимости от того, мальчик вы или девочка, вы священник. Вне зависимости от того, в каком доме вы родились, в каком колене вы родились, неважно, вы
призваны священно действовать. Вы призваны быть священниками. Это стал призыв личный для того, чтобы вы могли служить Богу. Понятно, да? Ну, если все так понятно, тогда идем на перерыв. И если вы все так поняли и не испугались, то мы закончим.